А батарейки у меня есть, все на месте. Батарейки заряжаются, у меня есть аккумулятор. Все пошло. Камера, мотор. Да, прочитай еще. Лучше, что не кончилось. Да нет, давай, началось. Еще одно стихотворение. Давай, хорошая девушка. К зачету по зарубежной литературе. Давай. Да, называется «Но сонетки Ирине» Пьер де Рансар, 15 век. Да. Чтобы цвести в веках той дружбе совершенной, любви, что к юной вам питал Рансар седой, чей разум потрясен был вашей красотой, чьим был свободный дух покорен вам, надменный, чтобы из рода в род и до конца вселенной запомнил мир, что вы повелевали мной, что кровь и жизнь моя служили вам одной. Я ныне приношу вам этот лавр нетленный. Прибудет сотни лет листва его яка, все добродетели воспев в одной елине, поэта верного, всесильного рука, вас сохранит живой для тысяч поколений, вам, как лаур, чтить и восхищать века, покуда чтут сердца живущих в слове гений. Это вот твое, да? Это Пьер де Рансар. Да я откуда знаю, там слишком интеллигентно это его там. Ну, мы сказали, 15 век. Да, я думала, это ты там в 15. Девушка выглядит явно моложе. Да. Пьер, который без ухов. Это не без ухов, не без ухов. Ухов и без ухов. Это братья-близнецы. Один был ухов, другой без ухов. А, этот...